Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего YouTube-канала, друзья нумизматы. Сегодня у нас из серии перебираем 300 монет. Вот сегодня у нас здесь подошли монетки Нидерланды, правительницы королевы Юлиана. Юлианы, так правильно сказать. Так, что же у нас попалось из того перебора? У нас попался 1 цент. 1 цент 63 года. Стоимость ее каталожной 3 гривни. Монетка такая вот симпатичненькая, но недорогая. Вот так вот. Все монетки с этого видео будут выставлены в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Заходите, ставите плюсик, монетка ваша. Или пишите года. Так, следующие у нас попались. Это у нас попался 5 центов. Вон, 79-й год у нас каталожная цена у них 3 гривни. То есть не такая вот недорогая монетка. Вот Юлиана. И две монетки 80-го года. Цена тоже 3 гривня, до 3 гривен каталожная. Тоже королева Юлиана. Такая вот у нас получается у них. Вот. Их вот монетки у нас попали. Следующие у нас монетки. Это у нас 10 центов. Тоже монетки недорогие. Ничего мне здесь эксклюзивного не попалось. Ну, я так просмотрел, в принципе, там никаких монет эксклюзивных, кроме вот 60-го года за 13 гривен, это самая дорогая, ничего дороже среди них и нету. То есть, у нас здесь попались года 67-й, 69-й, 69-й и 76-й, или 75-й, сейчас посмотрю, 75-й года. То есть, 75-го у нас почти до 4 гривен, одна из... Как говорится, из этих дорогих. Она такая вот маленькая, симпатичненькая. Кто там собирает годовочку, может себе заказать. Вот. Тут у нас какой ход? 67-й у нас ценник. Тоже почти до 5 гривен. Вот. Монетки у нас 69-х. 69-й годов. У нас получается чуть больше 2 гривен тоже. То есть не сильно дорого. Такие вот у нас монетки. Так, 25 центов следующие монетки. В принципе, тоже меня ничем не порадовали. Никакого эксклюзива там, в принципе, и само по себе нету. Все монетки стандартные. Самая дорогая это 56 года 8 гривен по каталогу. Все остальные монетки от 2 до 4 гривен. Попались мне года 72. 72 год это у нас почти 4 гривня. Ну так, 3 гривня. Почти 4. Так, следующий это у нас какой тут у нас год? 61. Сейчас. 61 у нас цена 6 гривен. Вот. И 78. Цена каталожная тоже 6 гривен. Вот. Такие вот у нас 25 центов. Так, и подходим к более большим монеткам. Это у нас 1 цент. Ой, не 1 цент, извиняюсь, 1 гульден. Так, вернее сказать. Вот 76 года. Каталожная цена монетки у нас 10 гривен. Из этой серии у нас самое дорогое, ну, из этих гульденов это самая дорогая у нас 16 гривен 67 года по каталогу. Вот там вот мне попалась вот такая вот. Это у нас 76. 70. Какой там? 79. 7 гривен каталожная цена. Вот еще одна. А, это у нас 72. Цена 9 гривен каталожная. 71 у нас 7 гривен. Так,
пятый год у нас появляется цена 8 гривен каталожная. И 1 цент, 1 гульден 76 года, уже говорилось, 10 гривен. Каталожная цена вот этой вот монетки. Ну и можно будет сказать самый сегодняшний вот такой вот жир. Можно сказать мини-джекпот. Это у нас 1/2 гульдена 80-го года. Вот. Каталожная цена данной монетки у нас 35 гривен. Вот. В основном все монетки идут по 18-20 гривен. Это 35 гривен. Как бы самая дорогая монетка из 1/2 гульдена. Вот это вот она у меня сейчас в руках. Все монетки, повторяю, будут выставляться в группе в Фейсбуке. Ссылочка в описании. Вот. С вас плюсик, монетка ваша. Ну, на этом будем заканчивать сегодняшний краткий обзор монет Нидерландов во время правления королевы Юлианы. Вот. Завтра, я думаю, вам представить вашему вниманию монетки Нидерландов, только уже правительницы Беатрикс, королевы Беатрикс. Так правильнее сказать. Эти монетки будут выставлены в группе Facebook. Ссылочка в описании, повторюсь. Всем спасибо за внимание. Кто не подписался, подписывайтесь. И пишите комментарии. С вас лайки. Жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить. Еще будет очень много интересных монеток дальше. Вот. Все. Всем пока. До новых встреч.